И всем привет, с вами я Александр Сучков, и в этом данном видеоролике мы играем в Counter-Strike 1.6. И конечно же, сегодня мы поиграем в эту игру. В прошлом видеоролике я закончил как-то, ну так, не очень данное прохождение, ну потому что мне было лень что-то снимать, поэтому я начал сегодня. Но мы играем здесь, это второе видео, и мы закончили. Понимаете, то что я просто решил сделать несколько частей из того, что видео снимаю. Бомба! Так. То есть из одного видео я сделал несколько частей. Это вот офигенно, конечно, будет. Здесь это не ты. Ой, нифига ты вышел! Откуда ты взялся, блин? Я думал, я всех убил. Странное то, что вообще произошло, это вышел он, блин. Охренеть. Мы также играем с кланом Games и кланом Villain. Да. Так, выходим. Я убиваю. И мы не тащим. Серьезно, не тащим. Тут уже плендят бомбу, а наши игроки пытаются что-то сделать, и ничего у них не получится. Но это не точно, так что... Вот так вот. Так. Молодцы. Так. То есть раздифузили бомбу. И мне предложили тут играть вообще постоянно, снимать видеоролики именно здесь, с этими игроками. На самом деле, они находятся сейчас в одном месте где-то. То есть это какая-то именно команда игровая каких-то, ну, села какого-то или деревни. То есть они не так уж знамениты, как Navy, например, там, Virtus.pro или другие команды. Они просто команды, которые никто не известен, просто из разных... И так как они меня знают, они посмотрели мои видеосики, и им понравился, и они решили меня здесь оставить, но не входить в них, в их план. Потому что 5 на 5 они уже играют, и как-то так. 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 Что, не поставил бомбу? Наш... В кого вы там стреляете? Охрененно. Так, ладно. Окей, let's go. Бежим. Пробегаем где-нибудь здесь. Так, окей. Опа! Убил. Выходим дальше. Бомба! Охренеть, сейчас сюда побегу. Перезарядка. Ладно. Окей. И что дальше? Вот сюда идем. Ну, бомбы все равно там, что они пробегут-то здесь-то. О, здесь всех убили их. Охрененно. Так. Идем сюда. Никого. Охренеть! Откуда ты вышел-то, блин? Я не успел тебя убить-то. Вот самое интересное-то, что? То, что я не успел просто их убить и все. И как-то вот так вот. Ладно. Так, так. Окей. Ладно. Так. Так. В общем, ребят, как-то так. Так, ладно. И, в общем, что? Ладно, в следующей части мы, конечно же, встретимся. Ребятки, да, встретимся. Короче, хрени в этой Counter-Strike, да. А мы сейчас будем снимать команды.